Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Здравствуйте, решим задание 515. Нам нужно выписать пары равных выражений. Давайте теперь в выражениях. В верхней строчке просто раскроем скобку. А скобки тогда будет понятно, каким выражением в нижней строчке они равны. И выражение А минус сумма Б плюс С. Получается, что мы из числа А вычитаем сумму чисел B и C. Но это то же самое, что из этого числа А вычесть сначала число B, а потом число C. То есть вот это выражение и вот это выражение будут равны. Далее, выражение А минус разность B и C. Мы из числа А вычитаем разность чисел B и C. Давайте посмотрим на оставшиеся выражения. Вот это выражение мы уже использовали. Вычеркнем его. Осталось выражение А плюс B плюс C. А плюс B минус C. И А минус B и плюс C. И подумаем, чему может равняться выражение А минус разность чисел B и C. Но явно это не может равняться вот этому выражению, потому что мы все-таки из А что-то вычитаем. То есть это мы тоже пока вычеркиваем. Остается выражение А плюс B минус C и А минус B и плюс C. Мы из числа B вычислили число C, то есть число B стало меньше на C. И вот это вот число мы теперь вычитаем еще из числа A. Это будет то же самое, если мы из A вычтем число B, а потом, чтобы сравнять с вот этим выражением, мы не B вычитали, а число на C меньше, мы еще прибавляем c. То есть это выражение у нас а минус разность b и c будет равняться а минус b и плюс c. Давайте вычеркнем это выражение также. Мы его уже использовали. Остается у нас два выражения. Третье. А минус минус b и плюс c. Давайте поменяем просто местами в скобке C и B и сравним с тем, что у нас было строчкой выше. А минус разность B и C у нас получилось равняется А минус B плюс C. Но здесь, соответственно, будет А минус C и плюс B. И если опять поменять местами, то будет выражение вот это. А плюс Б и минус С. И, соответственно, вычеркнем. И последнее выражение. А минус Б минус С будет равняться оставшемуся А плюс Б и плюс С. Ну и выполнили задание 515. А если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.